Алло. Алло. Здравствуйте, Ермолаев Владимир Константинович. Нет, это не я. Звонок из банка, его услышать можно? Нет, вы юристом дозвонились. Он сбросил трубку, сработала переадресация. Ну, передайте ему наш номер тогда, чтобы он с нами связался. Он знает его. Мы же ему звонили, он сбросил, просто не хочет с вами общаться. Ну хорошо, напомните ему. Хочет, не хочет, к сожалению, тут желание его не учитывается. Почему это не учитывается? Ну что, животное, что ли, какое-то? Нет, а чем желание обосновано юридически? Очень элементарно. Человек проявил свою гражданскую волю, обратился к юристам за защитой, и мы теперь представляем его интересы. Всю информацию, кстати говоря, можете нам сообщить, если вам... Нет, ну дело в том, что он в банк эту информацию никак не передавал, что он нотариально доверяет кому-то еще за место него общаться. А где написано, что он обязан это сделать? Неужели он обязан это сделать? Разве он обязан это делать? В договоре где-то это написано в вашем? Это в законе Российской Федерации, да, указано, что он обязан это сделать. Что сделать? При обращении, при обращении за помощью к юристам он обязан всех вокруг уведомить об этом? Нет, не вокруг, а только с тем, кому он доверяет общаться с юристом. А как мы иначе об этом узнаем? Ну, мне скажите, вот только имейте в виду, я уже 14-й год юристом работаю, я законы отчетливо знаю. Сообщите ко мне номер закона, номер статьи, хотя бы примерно в каких моментах смотреть, что человек, если делегирует права, он должен сообщить в первую очередь тому, кому он это делает, против кого он это делает. Может, не обязательно это... в первую или вторую, может, во вторую очередь. Да, а вы не думали, что это может быть его секретом, и он не обязан доказывать свою невиновность перед вами? А какой-то виновности или невиновности мы в данный момент не рассуждаем? Так нет, не хорошо, рассуждаем. Если следовать вашей логике, как мы об этом узнаем, что он действительно предоставил такие права? Он, понимаете, вот вам не нужно это знать. Просто мы будем писать письма, он их будет подписывать и вам как отправлять. Там, и вы как считаете, нам не нужно знать? И вы считаете, что это он с вами общается? Если которые... которому он мне предоставлял данные, тоже будет несет определенную ответственность. Да вы и знать не будете, что он с кем-то... Вы и знать не будете, что он кому-то обратился за помощью. Письма будут приходить от его имени к вам. И устный формат общения он просто-напросто игнорирует. Сообщать вам об этом банк, не обязан. Банк тогда будет рассмотреть, что он от нас скрывает. Мы вправе как общаться это? С ним любым как способом, это скрывается? А не только письменно или по электронной почте. Либо устно, либо письменно, либо по электронной почте. На выбор. Вот. Всеми мы, доступными способами. Да, всеми мы доступными способами. Делать. Вы вправе, конечно, никто вам не запрещает. Да. Разве было слово о том, что вам запрещает? Но в то же дело у него остается право выбрать способ общения. И так он выбрал письменный способ общения. И он вам о себе сообщит, то, заявит что уже. Он выбрал заявил этот уже. Способ общения, это не значит, что мы должны беспрекословно ему следовать. Да, конечно, следуйте любому способу, но он не обязан его поддерживать, отвечать вам на звонки, отвечать вам на электронные вот эти вот письма, а уж, конечно, на настоящие, стандартные, так скажем, на бумажных носителях мы будем с удовольствием с вами вести переписку. Ну, да. И на данный момент, потому что он информацию нам это предоставил, и в устную форму общения с банком не выходит, я поэтому вам поясняю, как это будет понимать банк. Можете тогда им передать. Так нет, это я совершенно с огромным удовольствием отношусь к банковскому бизнесу, к любым банкам. Я против того произвола, который банки, в общем-то, чинят по отношению к своим клиентам. Мы вот, допустим, изучили договор очень тщательно, точнее поверхностно, уже нашли пару-тройку пунктов договора, которые противоречат действующему законодательству. На основании этого совершенно спокойно можно признавать договор ничтожным на основании 451 статьи ГК РФ. Кстати говоря, что вы не думали, вот это наш не первый опыт, мы с 2010 года работаем. Вот, очень успешно. В данный момент у нас более 600 активных клиентов, с которыми мы идем в суд, расторгаем договоры, потом через судебного пристава. Совершенно спокойно человек платит ту сумму, которую может, именно такими платежами, какими может. Ну, к сожалению, приставы и суды тоже далеко не всегда учитывают эту возможность именно начать платежи, которые он может. А если он 1 рубль может вносить, это, к сожалению, да. От обязательства знаете, никак не обяжет. Порядка по статистике 30% наших клиентов вообще на этапе исполнительного производства получают от пристава некий документ, в
котором написано, что прекратить исполнительное производство в связи с отсутствием официального источника дохода, либо с недостаточностью официального источника дохода. Есть инструкции, они, в принципе, также важны, как соблюдение закона, что судебный пристав – это облеченное лицо, облеченное властью лицо, которое обязано в первую очередь смотреть не на сумму долга, а на возможности должника. Это основное. Ну а суд обязан по закону вставать на сторону более слабой, менее защищенной стороны. Конечно, если эта сторона никаким образом не заявляет об этом праве, то судья, естественно, действует так, как ему проще, как лоббирует ситуацию банк. Также себя ведет и судебный пристав. Но в случае поддержки наших клиентов вот нами, ситуация с точностью наоборот разворачивается, и судьи снижают неустойки в 99% случаев на основании 333 статьи. Судебные приставы делают то, что мы просим, то, что просит клиент с нашей помощью. И в итоге все, собственно говоря, поворачивается в законное поле, входит в законный формат, и клиент совершенно спокойно платит, если он платит столько, сколько может, а не столько, сколько требует банк. Опять же, с вами не соглашусь. Если, допустим, ваш клиент, к примеру, стал инвалидом, у него физической возможности нет увеличить свой заработок, свой доход, да, суд пойдет навстречу. Но если клиент трудоспособен, здоров, то есть подрабатываете вторую, третью работу. Я же не утверждаю, что клиент вообще платить не будет. Я же говорю, что человек может платить удобными для него платежами. Если банк требует оплату всей суммы задолженности, и либо по графику, выдуманному банком, человек должен платить, допустим, 50 тысяч рублей, то поверьте, по опыту мы легко можем сделать, что человек будет платить в месяц 500 рублей. Это называется рассрочка платежа, и это в этом случае суд очень часто идет навстречу, если мы предъявляем документы, которые подтверждают обязательные расходы нашего клиента. А по какой причине он так может? Тоже суд поинтересуется. Потому что он не трудоспособен или что случилось? Что ему мешает заработать больше? Что ему мешает заработать больше. Да, конечно. Он честно, с условиями ведь соглашался с определенными, какими-то, про которые вы говорите. Человек, во-первых, самое главное, что мы сделаем в первую очередь, в промежуточном этапе, но это очень важный аспект, мы расторгнем с вами договор через суд, потому что укажем в суде несколько пунктов в договоре, которые противоречат действующему законодательству. Таких пунктов и в вашем договоре, и в договоре любого банка очень много. Ну, перед этим, конечно же, мы попытаемся в досудебном формате это разногласие уладить. Ну, вы наверняка 100% откажетесь, потому что банк никогда не изменяет условия типового договора, что нам даст четкую конкретную возможность требовать расторжения договора в суде. Когда договор расторгнут, сумма долга зафиксирована, сумма фактического долга, а не того, который выдумает банк. После этого мы совершенно спокойно будем в суде показывать, что человек сейчас имеет возможность работать вот на такой-то работе и получать такую-то сумму денег. Официальную, подчеркну, официальную. Ну, наверняка вы не путаете, да, что такое официальный источник дохода. Все остальное – эмоции. Так вот, взыскивать судебный пристав имеет право только с официального источника дохода. Вот. Официальный источник дохода позволяет клиенту содержать свою семью, иждивенцев, самого себя обеспечивать, то есть вести полноценный быт. И только после этого человек может уделять деньги на выполнение своих кредитных обязательств в сторону удовлетворения амбиций коммерческой структуры. Вот как-то так. Понимаете, ну это практика. Да, ну я... Может быть, вы и не встречались лично? Понял, я далее не собираюсь затягивать наш диалог. Я вам пояснил на данный момент. Будем расценивать, что Ермолаев Владимир Константинович от нас скрывается. Если заинтересованы, можете вы, напомнить. Вы видите, как предвзято всегда относитесь. Вы всегда, всегда человека ставите, пытаетесь поставить раком. А я вам заявляю под запись договора. Он не скрывается, он обратился к юристам за помощью. Мы об этом не знаем, нам информация об этом не предоставил. У вас запись разговора, я надеюсь, ведется. У нас запись разговора ведется. Это слова, как вы, юрист, понимаете, слова к делу не пришьешь. Ага, вот видите, а вы же всегда, когда звоните, вы пугаете тем, что запись. А мы вот пришьем, понимаете? Сейчас в данный момент рядом со мной сидит 4 сотрудника, которые видят, как я под запись разговора, под нашу запись разговора, собственно говоря, утверждаю эти факты.
Не пришьешь, это когда один на один. А когда есть два свидетеля, которые подтверждают, что в данный момент времени был включен диктофон и запись велась, это доказательный материал. Ну, вот. Во-первых, меня об этом не проинформировали. Начнем это с не вы понимаете, что это значит. Это не во-вторых, вы как мне я в режиме звонили. Разговора вы проверил, материальную доверенность есть, она нету. Действительно что? Она, не действительно. Нет, она как есть. Как я в режиме нашего разговора проверил? Давайте, я наш главный вы не забывайте, поверить, уважаемый человек голоса в трубке, это вы мне звоните. Вы мне звоните. Да. Вы да, спровоцировали что-то. Этот диалог, и я не обязан что-либо вам доказывать и предупреждать. Вы должны были предвидеть тот факт, что разговор может быть записан. Вот когда вы звоните, вы обязаны предупредить, что ведется запись разговора. Это да. Да, а я вам и не говорил, что она ведется. Да или я нет, сейчас но вам обязан... не говорю, что вы говорили мне или нет. Я говорю, что я не обязан вас предупреждать. Если вы позвонили мне, вторглись в личное пространство конечно. Клиента, либо меня, и начинаете вот что-то. Я сейчас не пытаюсь накалять обстановку, я просто сейчас говорю те вещи, которые вы, ну, может быть, возьмете на вооружение впоследствии. Так вот, если вы звоните, то я вас не обязан предупреждать о записи разговора. Обязан. Ну, давайте не будем, у кого больше, у кого толще. Да, хорошо, потом да, тебя информировал, ты сняли? До свидания.